Отправляй мне дочь, ладно? Она мне сегодня понадобится. Ой. Мой метод – новое уникальное средство психодиагностики. Он сочетает в себе классические принципы графологии и лучшие наработки в области психологических тестов. Спонтанной графической активности индивида. Эффективность метода подтверждена исследованием на группе респондентов, превышающей 1000 человек. Валидность и надежность позволяет... Нет, не так. Валидность и надежность статистических данных позволяет не сомневаться в том, что результаты исследования являются объективными и могут быть экстраполированы на популяцию. Мой метод идеально подходит для ситуации, когда необходимо глубинное, в то же время сиюминутное понимание особенностей личности и контекста, в котором эта личность пребывает. Ведь выполнить рисунок и проанализировать его можно где и когда угодно, при этом нет необходимости в специальных средствах и специфических технологиях. В спонтанной графической активности индивид не включает сознание, что дает нам уникальную возможность подобраться к его истинной сути. Спасибо за внимание. Спасибо, Ульяна Игоревна. Есть ли вопросы у кафедры оппонентов? Что ж, я впечатлен проделанной работой. Хочу отметить, что диссертация Ульяны Игоревны в полной степени отвечает требованиям научной новизны. Я уверен, что кафедра должна рекомендовать эту новаторскую, интересную работу для защиты на диссертационном совете. Спасибо. Простите, не разделяю ваших восторгов, Николай Иванович, простите. Позвольте полюбопытствовать, Ульяна Игоревна, насколько репрезентативна ваша выборка. Это правда, что все испытуемые взяты из числа студентов нашего факультета? Да, вы правы. Большая часть респондентов – это студенты и аспиранты нашего факультета. Но для данного исследования род деятельности не важен, так же, как и возрастное и социальное разнообразие испытуемых. Например, в Стэнфорде… Мы не в Стэнфорде. Слава богу. Да, и контрольная группа у вас… Контрольная группа вдвое превышает… В общем, не знаю, как коллеги… Но я считаю ваш метод ненадежным. Я бы не рекомендовала допускать эту сомнительную работу к защите на диссертационном совете. Это может очень плохо повлиять на репутацию нашей кафедры, а тем более вуза. Простите. При всех твоих достоинствах у тебя есть один недостаток. Какой? Твоя работа. Ты боишься, что меня убьют? Нет. Тебе все время нужно уходить. Ой, ну что ты, ну конечно я боюсь. Ну просто ты все время занята, я так по тебе скучаю. Кстати, мои друзья очень хотят с тобой познакомиться. Нас сегодня пригласили. Ты же знаешь, что я не приду. Опять твоя секретность? Я все время одна. Я тебе, кстати, кое-что оставил на столике в комнате. Посмотри. Лёвин. Ну вот, я теперь буду совсем близко. Я на пару охотно. Мне понравилась твоя работа. Студенты даже перестали рисовать на лекции, боясь выдать самое сокровенное. Да.
только вот Кира Валерьевна не разделяет общего восторга. Слушай, не переживай. Подправишь там, исправишь тут в следующем мае, защитишься. Кто бы говорил, ты же ее любимчик. Тебе удалось пройти предзащиту с первого раза. Второго. Да, после первой кафедры Кира Валерьевна размазала меня по стенке. И я же была права? Да, ну разве у нас может быть как-то иначе? Нет, не можно. В общем, я не сдался, ушел с факультета и доказал на практике, что мой метод работает. Работает он потому, что имеет под собой крепкую научную основу, а не солянку из 2-3 сомнительных гипотез. Мой метод не солянка, мама. Я разработала новый комплексный подход. Ульяна, давай больше не будем возвращаться к твоему методу. Я только что на кафедре высказала свое мнение и его не изменю. Мам, зачем ты со мной так поступаешь? Я тебе 6 месяцев назад дала свою работу. Все оппоненты написали свои комментарии, кроме тебя. Ты дала мне свою работу, чтобы получить подсказку. Ты всегда ожидала от меня жалости и снисхождения. Да это неправда! Я никогда от тебя не получала ни того, ни другого. Тебе следовало бы сказать мне спасибо. А то потратила бы многие годы своей научной карьеры на ерунду. Хватит заниматься глупостями. Лучше продолжи разработку моей теории формирования мотивации в учебной деятельности. Ну, конечно. Вот в чем дело, мамочка, да? Ты просто боишься, что на кафедре может появиться новая серьезная научная работа? А тебя снимут с твоего пьедестала великого светила науки. Вот этого я вообще не боюсь. Я радуюсь, когда в наших стенах появляются талантливые молодые ученые. Но ты со своими каракулями точно не войдешь в их число. Где ты был, Левин? Занят был. Ага. Я даже знаю, чем. Тихо. Понятно. Слушай, может, группу захватывай свою? Зачем это? Что, тень урали спецназ? Ну и где твои девки? Их должны были уже подвести. Давай, звони! А если они вооружены? Прорвемся, ты уже смело можешь дырочку сверлить на погонах. Что бы ни случилось, мальчишку прикрыть надо. Ладно. Это засада! Брось оружие! Да, стукачка своего вытаскивай, пришел. Бросай ствол! Бросай, я сказал! Тихо, тихо, тихо. Ну, это славно. А теперь сдохните вместе. Стреляй! Ты чего не стрелял? Я не могу. После того, как меня взяли в заложники. Я не могу. Я не могу, извини. Проехали. Алло, у нас тут огнестрел. Южный порт, владение 18. Алло. Это уже третий выговор за месяц. Опять твоя бессмысленная самодеятельность. Ты не взял группу захвата. Подставил напарника под пули. Убил курьера. Кто нам теперь расскажет, для кого они покупали рабынь? У нас есть свидетель, он даст показания, как только выйдет. Как только он выйдет из комы. Ты вообще в курсе, что в этом состоянии люди пребывают годами? Ну, он хотя бы жив.
Слушай сюда, Левин. Если ты еще хоть раз устроишь нечто подобное, нет, даже если ты хоть раз еще опоздаешь на службу, я занят, задержавшись у своей актрисульки, вылетишь из органов к чертовой матери, и даже генерал тебя не спасет. Георгий Петрович, Соня не актрисулька, Соня актриса. Левин, твоя работа под прикрытием закончилась. Теперь ты самый обыкновенный мент. А не супергерой с пачкой баксов в кармане и красивой тёлочкой под ручку. Зависть – плохое качество. Все, хватит. Ты отстранен. На каком основании? Пошел вон! Вон! Спасибо за доверие. Ульяна Игоревна, это Татьяна из деканата. Кира Валерьевна спрашивает, придете ли вы сегодня на семинар. Милая, это папа. Кира мне все рассказала. Не обращай на нее внимания, она в своем репертуаре. Тебя ждут твои любимые оладьи и какао. Приезжай зализывать раны. Фрейд? Здравствуйте. Здрасте. Ульяна Игоревна, ну, вас все ищут. Кира Валерьевна беспокоится, что вас не было на семинаре. Ну, конечно. Странно было бы, если бы она о чем-то другом беспокоилась. Так вы придете сегодня? Нет. Я приболела. Простыла. Передайте всем, что меня сегодня не будет. Подождите. Кира Валерьевна просила передать вам верстку ее книги. А, да. Я смогу написать предисловие только к среде. Предисловие уже написано. Егор Васильевич. Просто Кире Валерьевне было важно, чтобы ее книгу представил доктор наук. А вас она просила только отредактировать. Вы, пожалуйста, передайте моей матери, пусть она сама свою книгу редактирует. А еще я увольняюсь. Так скажите, ладно? В смысле? В прямом. Подождите. Спасибо большое, что зашли. Подождите, а всего доброго. Да, стойте! Да, а что мне сказать? До свидания. Фрейд. Но придется искать работу. Итак, Синицына Ульяна Игоревна, кандидат наук, финалистка всероссийского конкурса молодых ученых. Да. Ну, зачем такой красивой девушке, умнице, работа штатным психологом в органах? А вы... Обстановка у нас тут нервная, а контингент очень непростой. Вы не дочитали до конца. Я автор уникального метода составления психологического портрета по спонтанной графической активности. Но нам... Я как раз выявляю особенности личности, минуя осознанное «я» индивида. Сознание очень часто... звучит, но непонятно. Мне кажется, вы не справитесь. Спасибо. Интересно. Кто она? Вы про кого? Женщина, которая вами манипулирует. Ни жена, ни мать. Кто же? Любовница? Что вы несете такое? Я демонстрирую вам, как работает мой метод. На животе птицы зыбкие линии, плотная штриховка. Это говорит о вашей тревожности, о том, что вам приходится врать. Она на вас давит? Она
беременна? Это что, вы все, глядя на мои каракули, определили? Да. Я еще занимаюсь почерком и немного гипнозом. Интересно. Интересно. Ну, хорошо. Для начала я могу предложить вам... пройти стажировку. А если вы выполните одно задание, я буду ходатайствовать, чтобы вас взяли в штат. Я готова. Сидите. Мне нужно, чтобы вы составили точный психологический портрет одного из наших следователей. Майор Левин Игорь Андреевич работал под прикрытием, закрыл крупное ОПГ. В ходе последней операции он пытался помочь одному из бандитов скрыться. Похоже, за последний год они очень сблизились. Ну, такое бывает, когда человек под прикрытием, он же... Вы можете меня не перебивать? Да я, собственно, не собиралась. Так вот, после этого Левина вывели из игры и определили к нам в отдел. Это как-то странно, да? Не странно. Он работал у нас в отделе 3 года назад. Ага. Так вот, мне кажется, он продает ценную информацию из отдела бандитам. Я подозреваю, что сегодня он убил 2 свидетелей, чтобы не выдать себя. У вас есть образец его почерка? Образец его почерка вам придется добыть самой. Хорошо. Так, у нас как раз сегодня на повестке дня плановая аттестация сотрудников. Пойдемте, я вас представлю. О, привет. О, здравствуй, Игорь. Как всегда опоздал. И как всегда прекрасно выглядишь. Ну, не я один. Ты что, на обед? Нет. Георгий Петрович попросил всех сотрудников срочно собраться. У него какое-то важное обращение. И по какому поводу? Пойдем. Все собрались. Итак, я очень надеюсь, Левин опять опоздал, что Ульяна Игоревна будет тепло и радушно принято нашим дружным сплоченным коллективом, и все сотрудники окажут новому психологу всестороннюю помощь и поддержку. Прошу любить и жаловать. Здравия желаю. Ох, Левин. Я думал, это психологи должны нам оказывать помощь и поддержку, а не наоборот. Что за птица? Синица. Фамилия у нее Синицына. Похоже, смотри, и грудка желтая. Петрович уволил нашу старушку. Она мне за коробку конфет каждую неделю писала хороший отзыв. Еще бы чуть-чуть, и можно было бы подать рапорт о переводе. Что будешь делать? Придется купить шоколадку и пойти пощебетать с нашей дивной птицей. Да-да, войдите. Извините, а вы... Я майор Игорь Левин, старший следователь по особо важным делам. А вы по какому вопросу? Прибыл на аттестацию. Я вас не вызывала. Аттестация будет проходить в алфавитном порядке. Вы находитесь в середине, даже ближе к концу списка. Ульяна Игоревна, почему такие формальности? Я человек занятой и еле выбрал время. Во-первых, я не ем сладкого. А во-вторых, насколько я знаю, у вас много свободного времени. Вас отстранили из-за невыполнения приказов. Значит, мне тем более нужна ваша помощь. Такое поведение демонстрирует
Ригидность установок и неспособность встроиться в иерархическую структуру. Ну, это не совсем верно. А что вы там пишете? Насколько я знаю, у вас проблемы с эмоциональной вовлеченностью по отношению к свидетелю. И вы это демонстрировали не единожды. Что ты вообще знаешь про свидетелей? Ты когда-нибудь видела, как убивают человека, который тебе помогал? Вообще, кто ты такая? Простите, а почему вы разговариваете со мной в таком тоне? Мы разве с вами переходили на «ты»? Вы будете проходить аттестацию или нет? Буду. Пожалуйста. Это что? Лист бумаги и ручка. Нарисуйте человека. А я не умею рисовать. Это сейчас... И не обязан. Я знаю, какие тесты утверждены для прохождения аттестации личного состава. Это новый экспериментальный метод, утвержденный Георгием Петровичем. Заберите, пожалуйста, ваши конфеты! Я тогда попозже. Да, алло, товарищ майор... Я желаю. Левин, тебя стучаться учили? Учили. Чего ты хотел? Хотел подать рапорт о неустанных методах работы госпожи Синицыной. А вы не хотите упомянуть, что вы пытались меня подкупить? Что является нарушением не только уставных, но и общепринятых норм поведения? Чем подкупить? Кондитерской продукцией. А вы вместо утвержденных тестов потратили мое время на какие-то детские рисунки. Это не детские рисунки. Мой метод признан научным сообществом. Я навел справки. Вы провалили защиту докторской. Прошу дать рапорт уход. Кандидат наук. Так, спокойно. У меня есть встречное предложение. Поскольку ты, Левин, отличник боевой и политической подготовки, возьмешь на 2 недели шефство над Синицыной Ульяной Игоревной. Я не собираюсь снять. А Ульяна Игоревна, в свою очередь, окажет тебе помощь в качестве консультанта по делу об исчезновении Елены Светловой, дочери бывшей примы Большого театра Людмилы Светловой. Уверен, вы сработаетесь. Все, свободны. Подождите, вообще-то вам уже пора смириться с моим присутствием и проявить хотя бы грамм уважения. А за что ж мне тебя уважать-то, Синичкина? За твои красивые глаза или за то, что твой папочка приплатил Петровичу, чтобы тебя в отдел взяли? Во-первых, я Синицына. Во-вторых, кандидат психологических. Проходите. Наука. Лена исчезла 4 дня назад, после отчетного концерта в училище. Я... Да, пожалуйста. На их курс возлагали большие надежды. На спектакле был сам Силин. Простите, кто? Завтруппы Большого театра. А. Он хотел поговорить с Леной после спектакля и сказать ей, что ее утвердили на роль в Большом театре в новом сезоне. Но она исчезла. И в котором часу это произошло? Где-то около 10 часов. Было уже темно. Девочки сказали, что не видели, как она заходила в гримерку. Все ее вещи остались на месте. Исчезло только пальто. Мы с Александром Петровичем ждали ее в фойе. Я не понимаю, как она проскользнула мимо нас. Надо было спросить у зрителей или у девочек, может быть, кто-то что-то видел. Да я всех на уши поставила. И что удалось выяснить? Ну, 2 ее сокурсницы якобы видели, как Лена в балетном костюме выбежала из черного хода и свернула за угол. Больше ничего.
А почему вы говорите якобы? Да потому что она не могла просто так убежать. Она целый год готовилась к этому концерту. Она знала, что от этого зависит ее судьба в большом. Она всю жизнь к этому стремилась. Ну, с чего бы ей убегать? Ну, у девочки ее возраста мог быть какой-нибудь тайный ухажер, поклонник, с которым не она... Не мог! У нее никого не было. И потом, моя девочка всю жизнь посвятила балету. И она бы никогда не предала дело своей жизни ради какого-то мужчины. Хорошо. Хорошо. Классная штука. Вы знаете, мы, пожалуй, осмотрим квартиру, если вы не против, хорошо? Пожалуйста. Угу. Чем ты меня порадуешь, юное дарование? Я внимательно изучила почерк и рисунки Людмилы Светловой в ее записной книжке. Так, начало многообещающее. Перед нами акцентуированный паранояльный тип, главными чертами которого является нацеленность на успех, сверхконтроль и эмоциональная скупость. И, видимо, когда Людмила закончила свою карьеру, всю свою целеустремленность она направила на свою дочь. Она не умеет проявлять заботу, нежность и сочувствие. А главными методами ее воспитания было унижение, давление, тирания. Спасибо тебе, капитан Очевидность. Со Снежной Королевой все было понятно с первого взгляда. Скажите, а комната вашей дочери? Вот там. А у вас все в порядке? Да, спасибо. Ну и чем ты меня еще порадуешь, Шерлок? Ну, радовать вас не входит в мои обязанности. А, да. Тебя же приставили стучать. Было бы глупо на моем месте обижаться на колкости типичного представителя нарциссичного типа, который считает, что весь мир крутится вокруг него одного, что говорит об инфантильности и нарушении самооценки в сторону завышения. Ну вот. Что тут у нас? Азбука классического танца? Что интересно? А, какая великая находка. Пора умер бы от зависти. Судя по всему, у Лены был молодой человек, она была влюблена. Это не было серьезной связью, и вообще она никогда не была с мужчиной в близких отношениях, ну, в физическом плане. Да? А мне кажется, что она любила кое-что погорячее. Ну вот, послушай. Ее губы скользили по его шее. Ее дыхание возбуждало в нем желание. Ее руки скользнули ему под рубашку, старая расстегивать. Вот. Руки плотно прижаты к телу, плохо прорисованы кисти, что говорит о замкнутости и почти полностью нарушенных эмоциональных связях. Он обладал есть такой страстью, что, казалось, весь мир сейчас рухнет от его финального стона. Хорошо прорисовано лицо, а глаза находятся в тени, значит, она его не видела. А вот область паха прорисована схематично. Четкая жирная линия – это значит, что ее эта область интересовала, но была для нее неизвестна. Она не могла не думать о нем ежесекундно, вспоминая прошлую ночь, как он ее обладал с утра до вечера. Нераскрытый бутон – это девственность. А вот плохо прорисованные ноги скакуна говорят о том, что она никогда не была с мужчиной в близких отношениях. Такая романтичная приподнятость. Слушай, Синичкина, мы сюда пришли не книжки читать. На, забери с собой. Изучишь дома, тебе будет полезно. Моя фамилия Синицына. И по моему опыту, объективированное отношение к женщине – верный признак личностной незрелости. Да? Это исходя из какого опыта ты решила? Из теоретического? Теоретический опыт тоже может быть полезным. Вот, пожалуйста, мой блокнот всегда в вашем распоряжении. Вы можете что-нибудь нарисовать? Я расскажу о вас очень много интересного. Да ты знаешь, я, наверное, воздержусь. Я привык искать факты, а не гадать на кофейной гуще.
Вот, кстати, они. Пуанты? Факты. Это новое нижнее белье, она, может быть, готовилась к свиданию? А может быть, у нее не один такой комплект? Может быть, у ее бойфренда уже целая коллекция нижнего белья? Я не понимаю, чего вы добиваетесь? Вы хотите опровергнуть все мои варианты или все-таки найти истину? Я не хочу ничего опровергать. Я хочу рассмотреть все варианты и составить рабочую гипотезу. Ну и какова же она? Рабочая гипотеза такова, что Лена сбежала от тирана мамаши вместе со своим любовником. Что Левин? Девку все достало. Слава богу, нашелся нормальный мужик, который готов был ее спонсировать. И она всем сделала ручкой. Не смейте так говорить о моей дочери. И это мое. Подарок от поклонника. Попрошу вас. Извините. Нет, ну что вы смеетесь? Я же вам знаками показывала, что она там стоит. Синичкина, твоих знаков так много, что ты сама мне запуталась. Я Синицына. Да какая разница? Хоть Куропаткина. Главное, что я сегодня докажу твою профнепригодность, и ты спокойно полетишь в родное гнездышко. Знаете, Левин, чтобы сохранить свою я-структуру, нарциссического типа помогает унижение другого. А это говорит о его низкой самооценке и глубинных проблемах. Боже мой, ну как же я буду жить без твоих философских изречений? А куда мы едем? Навестим Лениных подруг. Прошу вас, мадам. Спасибо. И пошли ручки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И раз, и два, и раз, и два. Плие. Добрый день, дамы. Извините, что прерываем ваш урок. Нам нужно будет поговорить о Елене Светловой. Да, пожалуйста. Мы готовы. Девочки. И порисовать. Немного. Да, и порисовать. Пожалуйста. Мне не нужно портретного сходства. Можете не стараться, не думать. Можно нарисовать фигуру целиком. И подписать Елену Светлову. Ну, Лена не была пай-девочкой. Хоть и строила себя недотрогу. Судя по Костиным рассказам, Светлова отрывалась по-взрослому. Кто такой Костя? Его выгнали отсюда 3 месяца назад. У него был роман с нашей одногруппницей. Только без имен, ладно? Она забеременела, и их обоих отсюда отчислили. У нас с этим все строго. Вы уверены, что у Лены с ним были отношения? Да, об этом все в Академии знают. Я слышала, Костя ее на наркотики подсадил. Может быть, Ленка торчит где-нибудь? Я уверена, что она забеременела и сбежала, чтобы сделать аборт. Ее в большой пригласили. Сейчас она отлежится после операции и вернется. Спасибо. Из общаги его выкинули. Никто из наших ребят с ним не общается. Кто-то говорил мне, что видел его в одном из местных клубов. Он там наркоту толкает. А так он подрабатывает официантом в одном ресторане. Будьте добры. Его зовут Костя. Найди мне Соловьев его, найди. Я им не верю. Я проанализировала рисунки, вот. И то, как они написали имя и фамилию пропавшей. Ты кофейная гуща? Мой метод с большой долей вероятности позволяет заключить, что девушки сами не верят в то, что говорят. Они просто повторяют слухи. И? Они ее ненавидели, потому что она была примой курса и любимицей педагогов. Именно поэтому она ушла в одном пальто после дипломного спектакля? Да нет же! Просто не надо искать этого Костю, это бесполезно. Лена явно была влюблена в кого-то другого. Это понятно по рисункам. По каракулям на страницах твоего любовного романа. Да понял я, понял.
Синечка. Неужели можно быть таким дремучим? Мой метод получил, точнее, почти получил признание в научном сообществе. Очень смешно. Ключевое слово – почти, Синечка. Ну, она точно не была беременна и к наркотикам не имела никакого отношения. Это очевидно по рисункам. И вообще она была невинна. И была влюблена. А ее возлюбленный был, по-моему, гораздо старше нее. Да. Отлично. Диктуй адрес. Да. А ты, Синечка, куда намылилась? В твои планы не входил поиск балеруна. Ну ладно. Извини, перегнул палку. Присаживайся. Так уж и быть, разрешу тебе задать ему пару вопросов. Здравствуйте. Нам нужен Константин Федосеев. А Костя, он… А вот Костя. Константин Федосеев? Это же ясно, что вы не имеете права применять силу к свидетелю. А никто не применял силу. Человек споткнулся, упал, ударился по мозгу. И кто ты такой, чё? Кепочку. Пошел ты. Пошли. Костя Федосеев, променял ты свои лосинки на фартук официанта? Да ладно, на меня ничего нет. Если хотите предъявить обвинение, пожалуйста, только я адвоката требую. Ладно, успокойся, танцор. Мы тебя пригласили в качестве свидетеля по делу об исчезновении Лены Светловой. Вот, кстати, повестка. А беседу проводить будет дипломированный специалист, автор уникальной методики Ульяна Синичкина. Синицына. Мозгоправочка, значит. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Пожалуйста, опишите ваши взаимоотношения с Еленой Светловой. Вы серьезно? Угу. Мне на описание трахов с этой стервой 4 томов не хватит. Вы не могли бы описать, как вы познакомились, как вы подружились, о чем вы разговаривали? Да у нас как-то общаться времени не было. Ее ротик был другим занят. Достроила из себя девочку-салочку, вот такую, как ты. Знаем мы таких мадамочек. Строишь из себя не весь что, а сама готова за любым кобелем бежать, как течная сучка. Сейчас речь не обо мне, а о Елене Светловой. Вы можете ее просто нарисовать. Нарисовать? Да, нарисуйте. Хорошо. Не подглядывайте. Подавись, стерва. Выйди, я закончу. Вообще-то я работаю. Выйди, я сказал, иначе я тебя сам выведу. Синицына, помеха справа. Извините. Пройдемте ко мне в кабинет. Давайте, давайте. Ну что, попрыгунчик, я знаю, кто держит этот район, где ты торгуешь. Если ты сейчас не заговоришь, то я им позвоню и скажу, что ты был у нас в гостях. Сдал всех своих поставщиков и подтвержу это повесткой. А, твою мать, убери! Расскажу. Валяй. Выгнали меня из академии. Я чуть не сдох, никого нет. К родителям домой не вариант возвращаться. Денег нет, из общаги выперли, друзей нет. Дальше. Да что дальше? Нашла меня эта девка, предложила
Лену подставить. Что значит подставить? То есть значит подставить. Чтобы сделал фотографии, где я с ней трахаюсь. Сплетни распустил и... Ну, в общем, репутацию подпортил. Что за девка? Ее подруга. Алиса. Ее отец, он спонсирует академию, и она пообещала, что меня восстановит, если я соглашусь. Я уверена, что он врет. Да? Да. Он не был в интимной связи со Светловой. На это указывает комплекс признаков. Ну, посмотрите сами. Вторичные половые признаки. Вы видите, какой сильный нажим карандаша? О, придворный дятел уже прилетели с докладом. Скажите, а свидетель вообще жив после того, как вы применили к нему весь арсенал неуставных методов? И каких же именно, Ульяна Игоревна? Так, ну ладно, хватит. Хватит! У меня и без вашей перепалки... Голова раскалывается. Давай, Левин, по существу. Федосеев показал, что он не спал со Светловой, потому что та ему отказала, так как была влюблена в кого-то другого, как и говорила госпожа Синицына. А ухаживать за Светловой он начал по просьбе лучшей подруги. Mm-hmm. Ну вот, прекрасно. Мыслите одинаково, значит, сработались. Левин свободен, а вас, Ульяна Игоревна, я попрошу остаться. Дала в канцелярию. Да, я позже перезвоню. Вот видите? Я хочу вам напомнить, что вы приставлены к Левину для того, чтобы вывести его на чистую воду. Через неделю рапорт должен быть у меня на столе, иначе ваша карьера в органах закончится, не начавшись. Понятно? Я постараюсь. Свободны. Будем искать этого незнакомца, на которого указал Костя? Нет, конечно. Потому что себя плохо вел. Что? Левин, излишняя ирония – это форма психологической защиты, помогающая человеку избежать чувства неполноценности и прикрыть неспособность установить собственное превосходство. Синичкина, вот ты можешь хоть раз в жизни рассуждать логически? Никто из училища не упоминал и не называл имени ухажера Лены. Единственный, кто это сделал, это был Костя. И то он сказал, что Лена якобы сказала, что у нее появился новый бойфренд. Не вижу ни одного повода его не искать. Во-первых, нет никаких следов его существования. Камеры вокруг училища его не засекли. Может быть, Лена придумала Хоупа, чтобы отшить Костю. А во-вторых, мне кажется, что Костя врет для того, чтобы замести собственные следы. Нужно будет проверить его алиби в день исчезновения Светловой. Я категорически с этим не согласна. Твое право, мне пора. Ты должен меня выслушать. Во-первых, я тебя не приглашал. А во-вторых,
Какого черта ты все время садишься на заднее сиденье? Ты самое безопасное место в автомобиле. Синичкина, если смерть захочет прибрать тебя к своим рукам, она изобретет что-то гениальное. Ты увидишь в своих картинках предсказание конца света и умрешь от самовнушения. Это прекрасно. Садись. Спасибо. Я слушаю тебя, Синичкина. Я уже много раз говорила, что, исходя из моего психологического портрета Лены, ясно. Она испытывала платонические чувства кому-то. Она просто фанатела от какого-нибудь актера или музыканта. Да она к свиданию готовилась, это был реальный человек. Я тебе скажу, что такое реальность. Лену выманили из театра, запихнули в машину и свернули ей шею. И сделал это не какой-то там незнакомец, а кто-то из училища. Потому что за Леной закрепили единственную серьезную партию в Большом театре в новом сезоне. Все выпускницы об этом мечтают. И завистников миллион, которые хотели помешать ее карьере. Какая-нибудь ее лучшая подруга. И основано это на реальных фактах, а не на анализе закорючек. О, Соня. Привет, ты чего здесь делаешь? Сюрприз. Привет, герой, я соскучилась. А это кто? Соня, познакомься, это мой психолог, консультант Ульяна Синицына. Неплохо устроились. Привет, я Соня. Очень приятно познакомиться. Вообще-то, мне здесь недалеко. Я, пожалуй, пойду. Уверена? Да. Что это за чучело? Впрочем, мне так даже спокойно. Мы замечательно посидели с вами. Я давно не встречала таких мужчин, как вы. Спасибо, Линочка, спасибо. Вы мне украсили сегодняшний вечер. Игорь, до свидания. Я рада, что мы наконец встретились. С кем еще в наше время обсудишь Бодлера? Не закрывайте, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте. Пап, а что сегодня такое? У всех какое-то любовное настроение. Весна, что ли, уже? Ты что, не выдумщик, что ли? Я нормально. Ты как? И я нормально. Что-то на работе? Да просто на парня попался какой-то жуткий мужик. Наглый, надменный, необразованный, самоуверенный тип. По-моему, ты к нему неравнодушен. А он к тебе как? Папа, это не смешно. У него актриса знаменитая. Вообще, что актриса может найти в нормальном, обычном менте? Ну, судя по твоей реакции, он необычный мент. А, ты заключил из того, что я сказала, что он надменный, необразованный тип, да? Я это заключил из того, как блестят твои глаза, которые... Когда ты о нем так говоришь. Пап, а что такого было в маме, что она всех сводила с ума? А почему ты спросил об этом? Тебя раньше это как-то... Не интересовало. Ну так. А, чай будешь? Буду. Сейчас сделаю. И ради кого ты меня бросил? Я просто собираю информацию по одному важному делу. Забыла сказать, на следующей неделе, 12-го, мы с тобой должны пойти на одно мероприятие. Соня, мы же с тобой договорились. Ну там же будет сам. 12-е тоже на следующей неделе? Угу. Так быстро. Угу. Подожди. Соня. Ну, что бы ты сказала человеку, которого хочешь поздравить с днем рождения, но вы не виделись очень много лет? Бывшая всплыла. Ну, почему бывшая? Потому что ты говоришь, что тебя нет, родной. Может, это друг.
Но про друзей я вообще-то тоже ничего не слышала, майор. Ах, один макия, один макия. Да. Но у тебя есть собственная психология. Вот она. Она тебе поможет. Да уж, поможет. Она меня ненавидит. Она меня сканирует, как компьютер, и ждет промаха. А по-моему, она в тебя безнадежно влюблена. Не смешно. Почему вас потянуло в психушку? Пойдемте. Решил сдать тебя в надежные руки. Тебе здесь понравится, здесь все свои. Блестящая шутка. Что мы здесь делаем? Мы идем знакомиться с лучшей подругой Светловой. Она как раз сюда загремела с нервным срывом после отчетного концерта. Нельзя было мне об этом вчера сообщить. А вчера ты болтал очень много, выскочила из машины и бежала. Что, по телефону нельзя было позвонить? Можно было. Поэтому ты здесь? Да. СМС 7 утра с адресом. Это нормально, по-вашему? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Алиса. Мы пришли поговорить по поводу вашей подруги Елены Светловой. Да, родители мне сообщили. Меня зовут Игорь Левин. Это психолог Ульяна Синицына. Привести в дурку психолога? Оригинальное решение. Мы знаем, что вы наняли Константина Федосеева, чтобы тот соблазнил Светлову. Зачем вам это понадобилось? Я не понимаю, о чем вы. У нас есть свидетель, который показал, что вы решили подставить вашу подругу, чтобы получить партию в большом. Когда эта затея провалилась, вы решили физически устранить конкурентку. Так, мне кажется, у меня снова приступ. Так, позовите врача, позвоните моему отцу, сестра! Алиса, вы же никогда не хотели заниматься балетом. Что вы сделали это для кого-то другого, для вашего отца, которого не было рядом, который ушел. Вы думали, что если вы будете выступать в Большом театре, то отец вами будет гордиться. Это так? Так отойдите от меня, отойдите от меня! У Елены Светловой все получалось лучше, чем у тебя, что бы ты ни делала и как бы ты ни старалась. И поэтому она получила твою роль. И ты решила подставить подругу. Да, да, но Костя облажался. И Лена получила все, хотя ей это было совершенно не нужно. Как не нужно? Да ей нафиг этот балет не сдался. Она хотела убежать от своей чокнутой мамаши. Убежать куда? К своему парню. У нее был парень? Да, и такой мистер совершенства. Добрый, благородный, образованный, умный, из богатой семьи. Бла-бла-бла. Как его имя, ты знаешь? Странное имя такое у него. То ли Олуханс, или... Нет, Олухоуп. Олухоуп. Ты видела этого Хоупа? Нет, я не видела. И Лена тоже не видела. Они все это время переписывались. Лена сказала, что он был на войне, получил там ранение. У него шрам на все лицо. И поэтому он оттягивал время их встречи. Но на той неделе он ей позвонил и позвал ее на свидание. Вот, наверное, после спектакля она как раз пошла к нему. Что ты еще знаешь о Хоупе? В принципе, нет. Он вырос в Судане, участвовал там в восстании, получил ранение, и у него тогда была невеста, но родители ее запретили выходить за него замуж. Он перебрался в Россию, якобы учиться, открыл тут свой бизнес и чувствовал себя очень одиноко. Спасибо тебе большое, правда, ты мне очень помогла, держись. Простите, правда, я не хотела ничего плохого. Алиса, с тобой все в порядке? Простите меня, правда. Алиса, спасибо тебе большое. Алиса, все хорошо, сейчас я вколю тебе успокоительное. Тихо, тихо. Успокойся. Ну что, вы снизойдете до моей версии о таинственном незнакомце? Не все так просто. Соловьев получил отчет экспертов по звонкам и переписке Лены. Ни на почте, ни в соцсетях, ни в СМС нет никаких намеков на какой-либо длительный контакт с абонентом, кроме матери.
И более того, там нет никаких признаков любовной переписки. Да каждый школьник знает, что у полиции нет доступа ко всем мессенджерам. Если Лена общалась с незнакомцем в чате, вы никогда не узнаете об этом, пока не найдете ее телефон. Да, малышка? Чао, герой. Я только что вернулась с интервью, а не так назойливо расспрашиваю. Про личную жизнь, что я все-таки сказала пару слов о тебе. Я же тебя просил ничего не говорить. Не злись, я же не показала им твой паспорт. Тем более я предусмотрела компенсацию. Я тысячу раз тебе повторял, никогда ничего... Оба, мне не говорите. Мне не нужна твоя компенсация, я никуда не пойду. Там будет замминистра МВД, я тебя с ним познакомлю. Ты же хотел перевестись в другое отдел? Хорошо. Увидимся вечером. Дресс-код Black Tie. Встреча в 7. А адрес я тебе вышлю. Чао. Ну, конечно, я была права. Ваш напускной образ независимого альфа-самца скрывает под собой эмоциональную зависимость и неспособность взять отпор женщине, которая открыто давит на ваши сексуальные инстинкты. Что? Открылись новые обстоятельства дела. А вы по первому щелчку бежите к вашей диве. Да мне хоть есть куда бежать, Синичкина. А на чем я остановилась, когда позвонила эта примадонна? Да. Я даже не знаю, как нам искать этого Ол Хоупа. Ничего о нем не знаю. У нас есть его биография, которая похожа на дешевый роман. Биография Хоупа недаром похожа на роман. Он нашел ключ к Лене. Да, он соединил несколько классических сюжетов. Но он создал идеальный образ мужчины специально для Светловой. Это умозрительно и недоказуемо. А как еще объяснить и все эти совпадения? Очень просто. Этот сюжет сфабриковала одна из девушек. Либо Лена, чтобы пощекотать нервы подруги, либо Алиса, чтобы сбить нас с толку. Блестящий, вы прям Шерлок, конечно. Лена сама это все нафантазировала. Сама придумала. И после этого, после спектакля, выбежала, накинув пальто на улицу, и провалилась сквозь землю. У Светловой в шкафчике в училище были обнаружены письма с угрозами. Более того, месяц назад кто-то пытался подсыпать ей в пуанты металлическую стружку. А я могу посмотреть на эти письма с угрозами? Конечно, можешь, Синичкина. А что, так сложно было сразу мне их показать? А у тебя раньше не было доступа. Дайте сюда. Многие желали, чтобы Лена исчезла. Как минимум 20 подозреваемых, имеющих возможность и мотив, и знающих про камеры наблюдения вокруг училища. Но это писал человек, который не собирается действовать. Вот завтра и проверим. Если к этому моменту Лена еще будет жива, когда же мой рациональный подход возьмет верх над вашим гипертрофированным эго? И сексуальными инстинктами? Это дешевая манипуляция, Синичкина. Между прочим, ошибка всех новичков, которые увлекаются своей версией и не видят ничего вокруг. Вы очень увлеклись фотографиями балерин вместо того, чтобы искать преступника. Это не надо смотреть. Ну, понятно. Вас подвести? Дойду пешком, а то вы на вашу тусовку опоздаете. Привет, примадонне! У тебя отчет техников по Светловой? И тебе привет. Да вот как раз изучаю. Есть что интересное? Нет. Судя по этим сообщениям, друзей мне особенно не было. Мать она ненавидит, академию тоже ненавидит. Все время пишет, как она одинока. Да и на горизонте парней, видимо, вообще не предвиделось. Да. Игорь, где ты? Мы же договорились на 7. Черт. Ну, у меня тут срочное дело возникло, извини. Ну, кто бы сомневался. Учти, через час замминистра уйдет. Хорошо, буду через 20 минут. До встречи. А тебя что-то конкретное интересует? Проверь по переписке имя или ник Олу Хоуп. Он мог просто на любом языке написать слово «привет». Угу. Только Синичкина ни слова. А что, Синичка же... Ульяна Игоревна что-то нашла? Скажем так, она зациклилась на одной идее, но ее нужно хорошо проверить. Я бы сам, но мне некогда, улетаю. Хорошего полета. Счастливо. Там, на рабочем столе, папка «Левин 13». Да, там 6 файлов. В первом. В каком? В первом файле. Там 6 страниц. В пятой странице. На пятой странице. На пятой. На да. Первой? Добрый вечер, Сергей Андреевич. Здравствуйте. Игорь.
Да, Петр. Вы извините, он так увлечен работой, что у меня время выкраивает. Извини, больше не могу. Вы проследите, говорить, пожалуйста, чтобы у сотрудников было свободное время на личную жизнь. Простите, быть такого не может, чтобы на вас и не хватало времени. Расскажите о себе. Где служите? Раньше служил в СКН по Петербургу Ленинградской области. Работал под прикрытием, провел несколько значимых операций. Также помог задержать крупную ОПГ. Потом меня временно перевели в Москву, в УВД по Северному округу, дабы не засветить перед оставшимися на свободе членами ОПГ. Я очень хочу вернуться работать в наркоконтроль. Все так? Простите, из дежурки звонят. Да. Майор Левин, обнаружен труп девушки. Разгуляю его владение 5. Ага, группа понял. Уже выехала. Сейчас буду. Что? Прошу меня простить. Нашли труп. Рад был познакомиться. Я тебе позвоню. Ну что здесь? Сам смотри. Труп девушки. По всем признакам похож на пропавшую балерину Светлову. Дай фонарь. Девчонка была зверски избита. На теле множественные гематомы, от лица вообще ничего не осталось. Жуть просто. Да, у нее колени стертые. Видимо, когда она падала, ее тащили. Угу. И стопы стерты. Долго шла. Ну, я только понять могу. У нее на лице царапины и рисунки какие-то. Да, вырезан рисунок какой-то. Что по хопу? Ничего. Да сюда сорвали, не успел. Может, Синицына ей позвоним, а? Рисунки по ее части. Не надо пока. Снимай! Вроде все сняли. Тело снимай! Иди помогай, хватит стоять! Давайте, опускаем тело. Ладно, сворачиваемся, все, потом. Давайте. Давненько у нас такой жути не было. А известно, кто это? Че? Известно, кто это? Ну, да, похоже, что он шабалерина. Ну, по лицу опознать не удалось, ждем результатов. Это где он? Кто? Левин. А, я не знаю. Он, наверное, ВКЦ. Я ж так и знала. Спасибо. Что? Не надо было говорить? Он тебя убьет теперь. Левин, ты, как всегда, прав. Под ногтями жертвы ее же собственная ткань. Следов насилия нет. Да. Долго вы собирались скрывать? Скрывать труп Светловой. Скрывал бы, не знала. Маша, знакомься, это наш новый психолог Ульяна Синицына. Здравствуйте, Ульяна. Здравствуйте. А зачем нам в морге психолог? Моим пациентикам он же вряд ли поможет. Петрович просил ее поднатаскать, показать полицейские будни. Что? Так ты говоришь, раном 2 дня? Он примерно делает скидку на холод. Немедленно покажите мне порезы. Синичкина, ты когда-нибудь труп в своей жизни видела? Да, конечно. У тебя на шатыре есть? Сейчас посмотрю. Пыталась рассмотреть клеймо на трупе, опять в обморок упала. Синицына, Синицына, очнись. На, попили водички. Как себя чувствуешь? Все в порядке. Точно? Да, все нормально. Простите.
мной все в порядке. Я внимательно рассмотрела лицо жертвы и обнаружила серийное клеймо. Ульяна Игоревна, ты точно себя нормально чувствуешь? Да, все в порядке. Из-за гематом рисунок плохо просматривается, но все-таки его можно определить. И вот это, видите? Да, прерывистые закорючки. Это арамейский язык. Ойн хэй. Это серийный номер, а это инициалы маньяка, который держал у себя девушку. Синицына, можешь попроще? Мы здесь люди простые. 6 – это серийный номер, значит, до нее были другие жертвы. А Оун Хэй переводится как О-Ха. Олу Хоуп. На вскрытии была обнаружена еда в желудке девушки, а также не было замечено следов обморожения. Значит, ее держали в теплом помещении и ее кормили. Синицына, к чему ты ведешь? Я считаю, что это маньяк-коллекционер, который клеймит своих жертв и держит у себя их как экспонаты в музее. При этом, если девушки пытаются сбежать или не подчиняются, он их убивает. Ульяна Игоревна, давайте мы не будем торопиться с выводами, потому что мы обнаружили тело пока что одной девушки. Да. Похититель держал Светлову около 4 дней. Да. Это очень мало для маньяка-коллекционера. Ведь убийство произошло 2 дня назад, а отсутствует Светлова всего 6 дней. Хотя это уже не важно, потому что... Потому что 2 дня назад вы были на тусовке, вместо того, чтобы искать Олу Хоупа, настоящего преступника. А ведь вы могли предотвратить убийство Светловой. Не мог бы. Потому что ночью мы нашли тело другой девушки. Вот заключение генетиков. Это не Светлова? Это не Светлова. Но это не влияет. Это влияет, Ульяна Игоревна. Вы так увлеклись версией про загадочного Олу Хоупа, что сразу увидели нужные вам знаки на лице незнакомой жертвы. Я вообще не знаю, как можно доверять эксперту, который передергивает факты. Но я совсем... Если вы у себя на факультете не смогли этого сделать, вы решили здесь доказать, что ваш метод работает? А вы отдаете себе отчет, что ваше заключение может влиять на ход следствия и на жизнь людей. Да. Факультет здесь ни при чем. Так. Ладно, Левин. Давай, командуй. Отчет должен быть у меня на столе сегодня вечером. Для начала нам нужно установить личность убитой. Соловьев, на тебе база МВД. Все остальные в архив, поднимаем дела пропавших женщин от 17 до 35 за последние 5 лет. И дайте знать по остальным округам. Работаем! Что стоим? Так, кто со мной в архив пойдет? Подмосковье берем? Нет, взорвемся. Да, и сообщи прессе, только фото с места убийства не отсылай. Угу. А поиски Хоупа продолжать? Я тебе 2 минуты назад русским языком сказал, что делать. А если у Хайта не случайное совпадение, дела связаны, то ты секунду допускаешь, что Синичка права? Оха, это может быть крестик и нолик. У нас личность убитой не установлена, дата похищения неизвестна. Остальные символы на татуировке не расшифрованы. А ты уже веришь в великую теорию маньяка-коллекционера? Может, ты и прав. Конечно, я прав. Я ничего не хочу больше слышать про твою Синичку.
Как успехи? Пока никак. Осилили всего лишь треть. Завтра придет информация по другим округам. Может, что-то всплывет. Угу. Я отсортировал 30 пропавших. Ты можешь домой идти, я сам поработаю еще. На пару часов мне еще хватит. Да. Привет, Соня. Это все, что ты можешь мне сказать? По-моему, именно так начинают разговор. Но не после того, как исчезают на сутки. Я звонила тебе раз 30. Я не мог ответить, у меня убийство. А у меня кончилось терпение. Знаешь что, Левин, если ты еще раз посмеешь, ты сейчас выбрать трубку. Я не знаю, что это ты делаешь. Так, сразу сюда рванул. А вдруг это моя дочь? Тогда не придете. Как ты не понимаешь? Я еще раз объясняю. Погоди-ка. Что с вами делать? Я не знаю. Что случилось? О, сынок, как тебя зовут? Майор Левин. Товарищ майор, ну, помогай. Я сегодня в новостях увидел, что девушку нашли, а у меня дочь пропала. Чувствую это. Пойдемте. Зрелище не из легких. Это как? Вы уверены, что это она? От лица почти ничего не осталось. Ее родинка на шее. Это она, Катюшка. Как она пропала? Как? Училась здесь, в Москве, в театральном. Хорошо училась. И даже заметили, и в кино пригласили. А после выпускного спектакля не вернулась домой. Подруга довезла ее до остановки Химкинского леса. Вот рядом. 3 минуты там оставалось до дома, но она так и не пришла. Давайте присядем. Она была в сценическом костюме. Почему она не переоделась? Таня, вот. Ну, та подруга, которую я подвозил, говорила, что она куда-то очень спешила после спектакля и даже не стала переодеваться. А куда именно? Да я и сам не знаю, куда. Родственников у нас здесь не было. Мать-то давно умерла, а я в больнице лежал. Было поздно, и все равно бы ее не пустили. И друзья не ждали. А что полиция сказала? Ничего они не сказали. Просили меня, просили подруг, преподавателей некоторых. Ну, кто-то брякнул, что у нее был, дескать, ухажер, иностранец. Она с ним сбежала. Ну, это не так, понимаете? Не могло этого быть, ну никак. А вы что-нибудь знали о нем? Ничего я не знал о нем. Вот любила она меня и делилась со мной всем. И даже если бы она вот уехала, то все равно бы весточку подала. В любом случае. А что-нибудь еще подруги рассказывали? Ну, это какой-то, кажется, американец. Осборн, Хорн, ну, что-то такое. Вот. Якобы интересовался историей русского театра и писал какую-то научную работу. Она ему взялась помогать, и они подружились. Ну, и даже обещался сюда приехать, но я его так и не видел. Извините. Да. Алло, майор. Мне эксперты прислали заключение по планшету Светловой. В телеграмме обнаружена удаленная переписка с парнем по имени Олу. Ну и что там? Ну, они были довольно откровенны друг с другом. Парень, за словом, в карман не лез. Светлова почти сразу удаляла переписку, видимо, боялась, что мать найдет. Сообщений мало. Ну, явно, что остальная переписка осталась в телефоне. Собери все дела, которые мы сегодня просмотрели, Икс. Понял, жду. Я очень скучал по тебе. Просто хотел тебя увидеть. Я боялся, что ты не придешь. Я подумал над перспективой серьезных отношений. Ради тебя я готов.
какой-то степени твой поступок... Да пошел. Конечно, если подойти к этой теме с философской точки... Ничего не понимаю. Нет, слушай, я просто очень хочу тебя поцеловать. Чего вам? Открой, поговорить нужно. Есть новости по делу Светловой. Идите вы, если будете звонить, я полицию вызову. Иногда ты ведешь себя как полная дура, Синицына. Мне кажется, ты была права насчет серийного маньяка. Даже больше, чем ты думаешь. Кофе будешь? Угу. А что здесь нажимать? Если покрепче, то слева. Молоко добавить? Молоко вредно. Бактерии, участвующие в переваривании лактозы... Да ясно, ясно, все понял. Для кого же ты молоко держишь? Для кота. А-а-а. В доме все-таки есть мужик? Ладно, пошутил. Это у нас кто? Это... Кто надо? Сделал по собственному рецепту, пей. Это что с молоком? Ты сначала попробуй, прежде чем отказываться. Не хочу я. А за это я выслушаю твою гипотезу. Наверняка преступление совершил преступник. На это указывает плотная штриховка в области головного мозга. Да, вкусно. Как все вредное. Так... Давай продолжим. На чем мы остановились? Сколько дел ты просмотрела? 30. Я отобрала 3 девушек, пропавших в возрасте до 35 лет по типажу, и 1 убийство на религиозной почве. Да, маловато. Но это всего лишь копии дел пропавших девушек по нашему округу. А есть еще бюро несчастных случаев и скорая помощь. Так это мы так до второго пришествия будем искать. Но тем более мы не знаем, что мы ищем. Что у тебя? Месяц назад пропала подающая надежда гимнастка. Ее вот-вот должны были включить в сборную России, в олимпийскую сборную. Но подруги говорят, что она сбежала вместе с любовником. Интересно. А тело Натальи Рогожкиной нашли 2 года назад. Она была подающей надежды солисткой религиозного хора. И какая же связь с нашей гимнасткой? Члены общины и родственники девушки считали ее почти святой, поэтому полиция решила, что это убийство на религиозной почве, но... Я с ними полностью согласен. Девушку жестоко избили, а потом на спине вырезали перевернутый крест. Не надо перебивать, я не договорила. Так. Подруга... Девушке сказала, что она не просто так пропала, а сбежала к возлюбленному. И свидетельница не знает его имени. Что же у нас получается? Все наши девушки примерно одного возраста. Все талантливы, необычны. Да. И вот уже 3-я пропавшая имеет связь с каким-то незнакомцем. Значит, это может... Это может быть серия. Вы хотите объединить 2 убийства и 2 исчезновения в серию, не имея на то серьезных улик? Улики есть. Обе девушки были подготовлены к обряду и связаны веревками. Вот и вот. На теле каждой было обнаружено клеймо. У одной на спине, у другой на лице.
Это почерк серийного маньяка. Неужели вы не понимаете, что клеймо с римскими буквами и цифрами и надрез в виде перевернутого сатанинского креста – это абсолютно разные вещи? Ну, мы пока еще можем… Послушайте, а как вы можете объяснить, что причиной смерти девушек стало внутричерепное кровоизлияние и почечная недостаточность? Вы знаете, что вызвало такую странную смерть? Пока не знаем. Да, мы не знаем, но… Короче, Синицына, я не собираюсь вешать на наше отделение нового Чикатило. Мы даже не знаем, как убийства хористки и актрисы связаны между собой. Понимаешь? Моя версия многое объясняет. Допустим, маньяк-коллекционер, тогда его жертвы – это экспонаты, и он выбирает их по определенному принципу. Они молоды, талантливы и недоступны для него. Таким образом, он силой берет то, чем не может обладать в реальной жизни. Тогда почему клеймы разные? Я предполагаю, что он ставит клеймо такое и в таких местах, где для девушек это будет наиболее психологически болезненно. Таким образом, он оскверняет именно то, что для них особенно дорого. К примеру, актрисе он изуродовал лицо, а девушке из религиозного хора вырезал перевернутый крест на спине. В изображении креста здесь есть странности. Обычно сверху на кресте даны четыре буквы, обозначающие вину Христа, точнее Иисус Христос, царь иудейский. Здесь изображено всего две буквы. Видите, это буква «Он» и «Хиер». Они написаны на церковнославянском языке, что совпадает с инициалами имени Олухоп, а также Осбергор или Осберхор, еще можно так произнести. Также это соответствует двум буквам, которые мы видели на лице актрисы. Вот, посмотрите, это «Хей» и «Ойн» на арамейском языке. Это все однозначное совпадение. Еще есть что-нибудь? Да, нам удалось найти часть переписки Светловой с Олухоупом. По крайней мере, мы теперь понимаем, как он налаживает первичный контакт. Маньяк следит за активностью жертвы в интернете, читает посты в соцсетях. А далее вступает в переписку и затем сразу предлагает общение в мессенджере, где данные лучше зашифрованы. Угу. Есть доказательства? Пока только для Светловой. А переписки между Лухопом и убитыми девушками нам не удалось обнаружить. Этого мало? Я составила психологический портрет маньяка. Я считаю, что это высокообразованный человек, начитанный, разбирающийся в эзотерике и в мировой символике, что зачастую характерно для паранояльных шизофреников. Такие люди обычно… Синицын, это вообще общие слова. Где конкретика? Так как он оставляет клеймо на жертве, я могу предположить, что у него мания величия. Он выбирает молодых, одаренных девушек, похищает их в костюмах с атрибутами профессиональной деятельности и через клеймо присваивает их. То есть он крадет их талант, таким образом повышает собственную самооценку. Или исправляет какой-то свой дефект. Ну, это же может быть какой-то физический недостаток? Скорее, это психическое отклонение. Ну, или проблемы, нарушение коммуникации. Ой, так, Синицына, Левин, я даю вам на разработку данной версии 2 недели. Но до тех пор, пока не станет ясно, как он убивает девушек, я вообще не стану квалифицировать данное дело как серию. Понятно? Левин, держи меня в курсе. Есть. Thank you.
Привет, королева загробного мира. А ты опять при параде? Здрасте. Так я теперь буду выглядеть всегда. Экспертиза готова? Готова. Наслаждайся. Благодарю. Так. Смерть наступила в результате обширного повреждения в мозг, вызванного отравлением специфическим гемотоксином органического происхождения с ярко выраженным антикоагулирующим действием. Так, а по-русски? Внутреннее кровотечение. По-русски токсин, влияющий на свертываемость крови. Первыми лопаются мельчайшие сосуды в конечностях, кровь из них устремляется к внутренним органам, они переполняются кровью, вследствие чего отказывают. Да, теперь понятно странность причины смерти артистки и хористки. Угу. Этим же можно объяснить и множественные гематомы на теле жертвы. А почему в крови Рогожкиной не нашли токсины? Потому что она из религиозной семьи, тело не отдали на экспертизу. Так это же незаконно. Очевидно, что смерть наступила вследствие насильственных действий. Синечкина, я рад, что ты знаешь законодательство Российской Федерации. Но у девушки папа влиятельный человек. Он попросил, мы тело ему отдали. Такое иногда бывает. Угу. Так девушки невинные пострадали из-за этого. А что за токсин? Яд, да? Боже. А я думала, тебя не интересуют умные женщины. Интересует, Машенька. Очень интересует. Я весь внимание ловлю каждое твое слово. При беглом анализе хозяевами яда могли быть тигровая змея, тайпан, коричневая змея, либо гусеница ланомия. Бабочка. Бабочка, гусь. А ведь правда это может быть гусеница. На теле не обнаружено ни уколов, ни укусов. А может яд попасть жертве через еду или воду? Через чай может. Да. Это очень вряд ли, иначе бы во рту, пищеводе или кишечнике были бы множественные гематомы, а их нет. Точно, это может быть ланомия. Потому что в ее волосках содержится ядовитый секрет. Причем она не впрыскивает яд, а он может попасть на тело человека, если волоски сломаются. Это может произойти от легкого прикосновения к гусенице. Вот. Но, учитывая обширный характер поражения тканей, у гусениц должна была быть целая толпа. Так они же из Южной Америки. Кто сюда привез целую кучу гусениц? Значит, вариантов два. Либо привезли сразу готовый яд, либо привезли куколок по поддельным документам и начали разводить их на территории Российской Федерации. Не исключено. За рубежом уже давно исследуют яд ланомии для создания лекарств антикоагулянтов, поэтому вполне возможно, что и наши решили подтянуться. Маша, ты чудо. Я знаю. Вот, нашел еще два препарата. Держи. А то, что не заметил, что тут действует вещество барфарин. То же самое, которое в пяти предыдущих препаратах. Это синтетическое вещество, оно нам не подходит. Да, блин, я не могу запомнить эти названия. Значит, надо записывать. Можно уже и не записывать. Это было последнее из 14 лекарств, которые производятся на территории СНГ. Значит, мы что-то упустили. Надо двигаться дальше.
Ну и какой у нас итог? Я пробил даже закрывшиеся предприятия на территории РФ. Никто из них не использует органический яд. На форумах тоже тишина. Росздравнадзор пока не ответил. Они взяли 10 дней на обработку запроса. Минсельхоз тоже. Кажется, нам нужен другой план и хотя бы пару часов для сна. Так, подождите, а мы рассматривали только лицензионные препараты, которые вышли на рынок? Да. Угу. А что, если какая-то лаборатория или фармакомпания разрабатывает новый препарат? И как же мы поймем, какая из них проводит исследование? Но перед этим всегда есть какие-то публикации или запросы на грант. Часто такие исследования проводятся в рамках чьей-то диссертации. Ты предлагаешь сейчас проштудировать всю литературу по биологии и медицине за последние 5 лет? На это уйдет тонна времени. Ничего не надо штудировать. У меня есть человек, который сможет нам помочь. Да, Лидочка, я с вами согласен. Композитор явно заимствовал сквозной мотив Пятой симфонии Бетховена. Вот и вы это слышите. Только вы меня не понимаете, Игорь. Извините, я должен ответить. Конечно, конечно, я не буду мешать. Алло, привет, птенчик. Здравствуйте, Игорь Львович. Я прошу прощения за поздний звонок. Нам очень нужна ваша помощь. Я так понимаю, рядом стоит твой Казанова. Подскажите, пожалуйста, Игорь Львович. Нас интересует практическое использование яда ланомии на территории России. И компания, которая может его использовать. Ну ладно, ладно, мне нужно свериться с базой. Скажи ему, что я хочу с ним познакомиться. Пам, Игорь Львович. Это срочно. Так, подожди. Так. Ага. Вот. Так, слушай внимательно. Примерно 2,5 года назад одна лаборатория при крупном фармконцерне Altea Farm заявила о начале работы по созданию нового антикоагулянта на основе яда ланомии. Выкладки нужны? Присылайте. Да, конечно. Спасибо, вы очень помогли следствию. Не за что, птенчик. Я жду тебя в четверг. До свидания. Яд ланомии использует лаборатория компании Altea Farm. Ура! Мы можем расходиться, майор? Да. Спасибо, ребята, до завтра. Синичка молодец. Кто? Синичка. Синичка, Ульяна Игоревна, я хотел... Да ладно, все равно правильно. Синичкина молодец, помогла сэкономить нам немного времени. Во-первых, я Синицына. Во-вторых, это, наверное, единственный способ заставить вас съездить домой и переодеться. Вы в этом смокинге уже 3-й день ходите. Всем пока. Будешь кнопку? Смелости лично сообщишь мне об уходе. Ты подвела меня. Вместо того, чтобы поступить как взрослый человек, ты опять поставила меня в неловкое положение перед деканом. Ты должна была? Не должна. Я ничего тебе не должна. Мама. Thank you.
Алло, Алтея Фарм. Да-да. С минуту. Я ничем не могу вам помочь. Исследования являются коммерческой тайной компанией. Если вам нужен доступ к рабочим документам и сертификатам, что ж, оформите ордер. Юрий Иванович, я внесла коррективы в отчет по контрольной группе. Посмотрите, это черновик. Мариночка, не сейчас. Хорошо. Я достану ордер. Но если с одной из девушек хоть что-нибудь случится за это время, я обвиню вас в препятствии расследованию. А если я раскрою коммерческую тайную компанию, меня обвинят в нарушении соглашения о конфиденциальности? Если ваша документация не окажется нужного разрешения на ввоз яда, или хоть одна бумажка будет неправильно оформлена, я не успокоюсь, пока ваша чертова компания не закроется. Только не надо меня пугать, если вы сейчас же не покинете помещение. Я немедленно вызову охрану. Извините, пожалуйста, а вот эти записи на доске, это ваши? Да, и они тоже строго конфиденциальные. Я прошу вас. Позволь. Всего доброго. Ну и какие мысли у тебя? Взлет. Гениально. Он верит жене, лаборантка его любовница. Это ты решила по закорючкам на его доске? И по закорючкам, по фотографии, особенно по ее записям. Александр Петрович, стойте. Извините. Мне нужно поговорить с вами о контрольной группе. У них роман. Юрий Иванович мог бы обеспечить себе алиби, но он настолько боится раскрыть ваш роман, что сегодня же может оказаться в СИЗО по подозрению в двойном убийстве. Он мог взять яд. Он и... не мог! Он прекрасный человек, он никого не убивал. Скажите, что я могу сделать, чтобы помочь ему? Вспомните дни, когда вы были вместе. Это может обеспечить ему алиби. Сейчас. Сейчас. 6-го, 8-го, 9-го. Точно, это был мой день рождения. И 15-го. А вы не могли бы переслать нам эту переписку? Это может помочь следствию. Там лично. Хорошо. Вернемся к нашему разговору. Вы не имеете права. Мой помощник выяснит телефон вашей жены в течение 5 минут. Значит, через 5 минут 5 секунд ваша жена будет читать переписку с вашей любовницей. Что вы хотите знать? Где вы берете яд ланомии? Ланомии у частного заводчика. В России? Да, в России. У него есть лицензия на разведение? Разумеется, нет. Но я закрыл на это глаза, потому что он уникальный специалист. Почему? Потому что разведение гусениц – это крайне рискованное и ответственное дело. Одно прикосновение – и вы труп. Малейшее изменение температуры в помещении – и трупы эти гусеницы. В Маниле, в Коста-Рике этим вообще занимаются огромные фермы, а у нас справляется он один. Таким образом, вы сэкономили на транспортировке и лицензии? Имя заводчика. Я не имею права разглашать эту информацию. Тогда я обвиню вашу компанию в нелегальном обороте ядов, а лично вас в сокрытии подозреваемого. Имя? Олег. Олег Харитонов. Где найти этого Харитонова? Понятия не имею. Адрес, телефон, копия паспорта. Да ничего у меня нет. Разумеется, он не показывал нам свои документы. Он сам появляется примерно раз в 3 месяца, когда сможет раздобыть 2-3 грамма этого вещества. Как вы на него вышли? Как? Очень просто. Дали объявление на спец... Объявление на специальном форуме для биологов. И Харитонов был единственным, кто на него откликнулся. Обо всем остальном мы договорились уже через интернет. Переписка сохранилась? Вы смеетесь? Это было 2,5 года назад. Тогда мы вынуждены будем изъять ваш компьютер. Вы в своем уме? 5 минут 5 секунд. Опишите Харитонова. Он одет в черное, он носит капюшон, поэтому цвет волос и длину я вам, конечно же, не назову. Ну, что еще?
Лицо у него какое-то обыкновенное. Я его даже толком не помню. Что еще? Что еще? Что еще? Но он какой-то странный. Но он такой очень странный. Да, он разговаривает странно, практически не отвечает, подергивается, глаза блуждают. И, короче, полный псих. А вы разбираетесь в психических отклонениях? Слушайте, в случае с Харитоновым не надо быть специалистом, чтобы понять, что у него с головой не все в порядке. Что ж, благодарим за информацию. Постойте. Мы с вами свяжемся. Постойте. Я надеюсь, что наш разговор останется строго конфиденциальным. Пока вы не получите повестку. Пошли. Черт. Нам сюда. Коль, пробей к нам Олега Харитонова. Около 40 лет, биолог, возможно, без высшего образования. Начни с диспансеров. Угу. Этот Харитонов не дает мне покоя. Начальник лаборатории описал его как классического маньяка из учебника. Не хватает только детской травмы для полной картины. И? Но по составленному мною портрету этот маньяк не настолько тривиален. Я согласен, но мы все равно должны проверить и Харитонова, и этого типа из лаборатории. Ну да. Как вы себя чувствуете? Друзья приходили? Да. Они сказали, Гегель умер. Ну не расстраивайтесь, он оставил обширное наследие. 2 кубика трактозина. Мои искренние соболезнования. Так. Я прошу прощения, вы меня искали? Да, совершенно верно. Какой ум. Профессор философии. Собирался ехать преподавать в Оксфорд. Жена заметила какие-то странности. Вот, пожалуйста, шубообразная шизофрения. Чем могу быть полезен? Мы расследуем одно дело, подробности которого сообщить не можем. Так, вы меня заинтриговали. И мы предполагаем, что один из ваших пациентов причастен. А кто именно, если не секрет? Некто Олег Харитонов. Харитонов? Вы шутите? Он же мухи не обидит. У него сильнейшее аутическое расстройство. По показаниям одного человека, знакомого Харитонова, у него не только аутизм. Это правда? Да, это правда. В его случае аутизм сопровождается вялотекущей шизофренией. Прошу. Поправьте меня, если ошибаюсь, но при таком диагнозе его состояние может ухудшиться в любой момент. Послушайте, откуда в ваших рядах такой бриллиант психиатрии? Прошу, проходите. Давайте все-таки вернемся к нашему Харитонову. Что ж с ним все-таки не так? Харитонов, прошу, садитесь. Он страдает серьезным расстройством коммуникации. Понимаете? Что сделало его крайне одиноким, я бы сказал, замкнутым в себе человеком. Любое живое общение приводит его в панику. У него открываются тики, он задыхается, не может вымолвить ни слова. А это расстройство новоприобретенное или органическое? Насколько мне удалось понять, его состояние – следствие травмы, полученной в детстве. Ну, глубже не удалось мне копнуть. Он крайне редко ко мне приходил, и то только за лекарством, снижающим ее активность его нервных тиков. Может, все-таки с кем-то он общался, например, с девушками? Ну что вы. Общение, тем более с живой женщиной, всегда оставалось для него запредельной мечтой. Какой интересный у вас выбор слов. С живой женщиной. Нет. Что вы. Я ничего не имел в виду криминального, извините. Я просто хотел сказать, что потребность коммуникации, тем более с женщиной, у него существует, как и у всякого нормального человека. А вот общаться, так сказать, лицом к лицу, вот этого он не может. В этом и конфликты, и трагедии этого человека. И как он справляется с этим конфликтом? Сублимирует. Вы знаете, он пишет неплохие стихи. И 2 года назад я посоветовал ему начать интернет-общение. Потому что болезнь болезнью, а хоть какие-то социальные связи налаживать нужно. Чем это закончилось, я вам сказать не могу, потому что я не знаю. Он практически перестал ко мне приходить. Приходил только за лекарством и все. А вы же понимаете, что это нарушение правил? Да, я понимаю. Я это знаю. Я также знаю, что он работает с ядовитыми насекомыми. Тики ему в этом очень мешали. И если их не купировать, может произойти трагедия. Скажите, когда последний раз он у вас появился? Так, дайте вспомнить. Ну, наверное, недели 3 назад. Теперь не скоро явится.
Так может, остался какой-то адрес или копия документов? Вы знаете, был скан паспорта, но если мне не изменяет память, он нигде не прописан. А что, с ним вообще нет никакой связи? Нет. А, года два назад, подождите, года два назад он заболел и звонил в нашу регистратуру, потом мне с тем, чтобы я по почте выслал ему рецепт. Значит, можно найти адрес? Ну, надо искать. Ну? Если вы сможете найти, отправьте, пожалуйста, на почту. Угу. Вот моя визитка. Угу. Хорошо, непременно. Сергей Петрович, а подскажите, Харитонов мог увлекаться психологией? Наверняка. Вы знаете, он родился в многодетной семье где-то в глуши, в каком-то перенаселенном общежитии. Из-за своих тиков был изгоем. Это зачастую формирует личность наблюдательную, с высоким эмоциональным интеллектом. И не забывайте, он же учился в МГУ на биофаке. Уж с начальным курсом психологии он знаком. Он закончил МГУ? Нет, что вы, не закончил. Его выгнали с первого курса. На экзамене не мог сказать ни одного слова. Тем не менее, это объясняет его любовь к насекомым. Да, насекомых он просто обожает. Знаете, когда из гусениц появляются бабочки, они такие красивые, беззащитные, полностью зависящие от него, он чувствует себя королем в их маленьком царстве. Ну, спасибо. Ну, надеюсь, вам чем-то помог. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. В 11? Да. Да, я приеду сегодня. Еще раз адрес продиктуйте. Зеленодольская, Владение, 10. Хорошо, спасибо. А я думаю, ты решил там остаться. Иди уже, бриллиант психиатрии. О, Васильков, раз уж ты все равно здесь, сгоняй за отчетом по компьютеру ЛТ-фарм. Там информация по переписке с форума. Ага. А кажется, его Соловьев забрал. А он, кстати, где? Не надо. Не делай этого, пожалуйста. Ну, опусти его, пожалуйста, а. Пистолет опусти! Не надо! Ну, не делай ты, а! Что ты чувствуешь? Страх, ужас, безнадежность и дуло пистолета очень близко, и я считаю секунды до выстрела. Кого ты видишь перед собой? Огромный бугай с бритым черепом. Коля, сейчас мы перенесемся в другой момент твоей жизни. Вспомни, когда тебе было очень смешно. Так, что ты видишь и чувствуешь? Мне 11 лет. Да, я по школе, по коридору иду с учительницей. И лето, май, ремонт уже начали. Окна открыты, и слышно, как мальчишки гоняют в футбол. А класснок меня отчитывает. И так, ну, руками активно машет и задевает строительные леса. И вдруг на нее вливается побелка. Хорошо. А теперь представь, что у твоей учительницы в руках тот самый пистолет. И дуло направлено на тебя. Что ты видишь и чувствуешь? Не знаю. Ты по-прежнему слышишь голоса мальчишек в школьном дворе, голос учительницы. Не страшно? Да, я все так же вижу дуло пистолета, но мне почему-то не страшно. Хорошо. Не смешно. Пистолет держит класснуха. И какая она? Она белая, как снеговик. Она пытается лицо очистить себе. Визжит так,
пытается лицо очистить руками, а у нее вообще ничего не получается, а я смеюсь, я не могу остановиться. Коля, сейчас я буду считать до трех. На счет три ты откроешь глаза. Раз. Ты чувствуешь свои руки, тело. Ты сидишь в кресле. Два. Ты слышишь звуки вокруг. Слышишь мои шаги. Три. Ты можешь открыть глаза. Все хорошо. Еще пару сеансов, и ты избавишься от своего страха. Увидимся на следующей неделе. Да? Правда все хорошо? Да. Ульяна, спасибо большое. Правда. Слушай, я тут подумал, как-то неловко получается, что вы со мной занимаетесь бесплатно. Я вот и решил, что, может, я могу угостить вас ужином. А у меня работы очень много. Надо сделать много звонков. Я понял. Я просто сейчас могу. Я понял. Понял, ладно. А может... Может, тогда пообедаем? Так поздно уже. Завтра? Например? Ну, завтра поговорим тогда. Хорошо. Спасибо еще раз. Немедленно, пожалуйста. Вы меня слышите? Что ты мне мешаешь? Господи, девушка! Что с ней? Она в порядке? Левин? Я не понимаю. Пошли, машина. Вы слышите, что я говорю или нет вообще? Что происходит? Объясните мне. Э, мужик, ты чё? Да я здесь при чём? Не надо меня трогать! А ну иди сюда! А! Ты что творишь? Ты кто такой вообще? Иди сюда! Стой! Ой, нашли мою девочку, нашли! Ой, спасибо большое, нашли! Доченьку мою нашла, спасибо, спасибо, простите! Ой, что вы со мной сделали?
это? Что ж такое? Что ж такое приключилось? Она же такая хорошая девочка. Ничего страшного, все пройдет. Так помолчите, пожалуйста. Дайте ей прийти в себя, потом заберете телефон. Подождите. Заберете телефон, увезете ее на месяц или два из Москвы. Господи, на месяц работы, как же это? Ой, ну ничего, ничего. Все будет хорошо. Мы как-нибудь выкрутимся, ведь главное, что жива. Там ведь главное, что жива. Да, вот это правильно. Спасибо, вы возьмите, подождите. У меня же перстень. Это же Марин перстень, я в него не осталась. Сынечка, ты идешь, нет? Она же все этим сволочам отнесла, когда катила к этим сволочам. До свидания. У меня больше ничего не осталось, ничего. Игорь, извините, что я вмешалась, я не знала. Как ты меня нашла? Слышала телефонный разговор и хотела узнать, что... Узнать, что я делаю ночью? Ну, что узнала? А как вообще все это можно объяснить? Мне надо выпить. Мне тоже. Можно? Девочка повзрослела. Какая у тебя теория по поводу алкоголя? Общепринятая. Алкоголь разрушает нейронные связи в мозге, ведет к гибели стволовых клеток, к нарушению ритма сердечных сокращений и обезвоживанию организма. По сути, опьянение – это интоксикация и гипоксия в мозге. Да, конечно. Еще. Да, Синицына, я знал, что из тебя выйдет идеальный субъект. Скажи мне, а тебе не кажется, что у тебя столько запретов и ограничений, что ты потерял вкус к жизни? Ты вообще чувствуешь себя счастливой? Я счастлива. Это что? У меня полноценная, насыщенная жизнь. Я веду разносторонний досуг, встречаюсь с разными людьми. Ты себя вот слышишь? Я счастлив. Ну, тогда за счастье. Это самую необычную неделю в моей жизни. Еще. А как ты их находишь? Ну, ты же читал мое дело. Я отработал под прикрытием наркодели почти 3 года. Сейчас я по легенде сижу, но кое-какие связи остались. Ну, а тебе это зачем нужно? Ты же можешь засветиться. Ну, на одну зарплату я прожить не могу, поэтому... Помимо того, что я делаю доброе дело, мне за это еще и хорошо платят. В это как-то не верится. Ну, те, кто не может платить, я им помогаю бесплатно. Ну, теперь ты все про меня знаешь. По-моему, это только вершина айсберга. Что бы ты сказала человеку, с которым вы давно не общаетесь и, в общем, все больно? Я бы ничего бы не сказала. Я бы написала письмо, что я чувствую, как мне его не хватало все это время, и что боль, которую испытываешь из-за недостатка общения с ним, не сравнится ни с какой обидой. В общем, ошибки нужно исправлять. Надо простить друг друга. Как-то это все по-женски, Синицына. Такие телячьи нежности мужик писать не станет. Ну-ка. Не думал я, что в тебе столько страсти. Детские царапины. Ну да, конечно. Я вот тоже в детстве поранился. Игорь, я хочу попросить прощения.
Я наговорила сегодня много лишнего и сунула свой нос не в свое дело. Я сожалею. Наверное, мне пора. Да, малышка. Привет, тоже здесь? Нет, еще на работе. Как? Смотреть так поздно. Ну, такое бывает. Встретимся у меня дома, хорошо? Давай, я только. Пока. Мне пора. Спасибо. То, что сегодня было, останется между нами. Спасибо. Пока. Не устал. Но для этого у тебя всегда есть силы. Узнаешь подарок? Мне спать осталось 1 час. Завтра совещание, нужно подготовиться. Судя по запаху алкоголя, ты уже подготовился. А вот интересно, с кем? С Синичкиной. Вот как? Ты теперь тусуешься с этой задрипанной курицей? Тусовки — это по твоей части, мы с ней работаем. Интересно. И над чем же вы работали в 4 часа утра? Или это тоже большая тайна? Появился маньяк, который убивает молодых девушек и вырезает на их телах странные знаки. Ульяна мне помогает расшифровывать у нее свой метод. Интересно, и что же у нее за метод? Анализ спонтанный, графический. Все равно ты ничего не поймешь. Ну, конечно, я же тупая. Куда мне до твоих выдумок с этой психологиней? Ты что, ревнуешь к Синичке? Я? Если ты приехала вносить мне мозг, езжай домой, пожалуйста. Мне не нужна твоя ерунда здесь. Что? Ерунда? Ну и вали к своей психологине. Спасибо. Алло, привет. Да. Психушки прислали адрес Харитонова. Я вызвал группу захвата, встречаемся через час. Это здесь? Ага. Чуть я не думаю, что мы его здесь найдем. Гусениц его не выживет в таких условиях. Тяжелые внутри? Ждут сигнала. Отлично. Так, а у меня-то есть. Ты в тир сходил? Ульяна помогла. Чисто! Чисто! Здесь что-то есть.
Прям иконостас какой-то. Раньше висели какие-то фотографии. Видимо, сорвал в спешке. Пойдем? Да. Остатки его сгоревшего иконостаса Светлова. Здесь парник просто. О! Смотри. Вот тварь. Спасибо. Саша. Джекпот. Олег Владимирович, я еще раз спрашиваю, по 15-му кругу. Знаете ли вы Елену Светлову? Что вы с ней сделали, где она находится? Где вы были в ночь с 14 на 15 декабря? Знаете ли вы Екатерину Немилову, Алину Елену и Татьяну Рогожкину? Когда вы начали разводить гусениц? Куда вы деваете яд? Есть ли у вас сообщники? Как вы похищаете девушек? И почему у вас дома была обнаружена фотография Елены Светловой, а? Тебе сейчас предъявлено обвинение по статье 234. Незаконное хранение оборот ядовитых веществ. Это года на три тянет. Там, где ты будешь сидеть, будут такие люди, что ты сейчас пожалеешь, что не начал давать показания. Говори быстро! Пожалуйста. Не надо, я не... Кого не трогал? Отпустите меня к моим девочкам. Девушки, были дома? Нет. Следов нет, вещей тоже. Нашли горевшие фото на одном из них Светлова. Вполне возможно, что на остальных тоже. Руки жертвы. А алиби? Нет. Говорит, что дом не был, гусеницами своими занимался. Понятно, что выселенных свидетелей-то нет. Георгий Петрович, можно я продолжу допрос? Синицына,
Только тебя там не хватало. Он психически нездоров. Угу. Необходимо применить сугестивные техники. Я тебя много раз просил. Можешь объясняться понятно? По протоколу допрашивать психически нездорового человека без присутствия психиатра, ну, хотя бы психолога, недопустимо. Это может быть незащитно в суде. Я тебя последний раз спрашиваю. Говори быстро! Пожалуйста. Можно попробую? Ну, давай, только аккуратно. Я прошу вас выйти. По протоколу ты не имеешь права вести допрос. Если вы будете продолжать в том же духе, его состояние войдет в острую фазу, тики усилятся, степень аутизации увеличится, и вы вообще ничего не сможете от него добиться. Я знаю, что делать. Хорошо. Я буду там. Пожалуйста, успокойтесь. Не волнуйтесь, я не буду к вам приближаться. Я не буду к вам прикасаться. Закройте глаза. Представьте, что вы находитесь в комфортном для вас помещении. Вас окружают знакомые запахи, знакомые звуки. Я отойду дальше. Вам ничто не угрожает. Ваше дыхание становится глубоким. Вдох и выдох. Пожалуйста, попытайтесь вспомнить, где вы были 14 декабря. Я думаю, в оранжерее. Я почти каждый день в оранжерее. Рядом с моими девочками. Вы рядом с вашими девочками. Да. Гусеницами. Пожалуйста, попытайтесь вспомнить имя Елена Светлова. Вы можете взглянуть на меня, я покажу вам ее фото. Вам знакома эта девушка? Хорошо. Пожалуйста, успокойтесь. Ровное и длинное глубокое дыхание. Я покажу вам еще одно фото. Екатерина Немилова, пожалуйста, взгляните. Вам знакома эта девушка? Я больше не буду показывать вам фото. Ваше дыхание спокойное и ровное. Вы в безопасности, вам ничто не угрожает. All hope. Вы знаете, кто это? Я не знаю, я никого не знаю. Я был в оранжерее, я кормил своих девочек. Елена Светлова и Екатерина Немилова, вы общались с этими девушками по интернету, вы писали им сообщения. Участвовали в переписке. Я много кому писал, я не помню. Нехорошо это все. Все хотят увидеться, поговорить лично, потом отворачиваются и исчезают. Я выбросил компьютер, я никому больше не пишу. У меня только мои девочки. Отпустите меня к ним, они
погибнут без меня. Мы вас скоро отпустим, но сначала я прошу вас встать, медленно подойти к столу, сесть и нарисовать рисунок. Вы находитесь в безопасности. Вдох и медленный выдох. Спокойно. Ваше дыхание ровное. Вам ничто не угрожает. Пожалуйста, возьмите ручку и нарисуйте Елену Светлову. Девушку, с которой вы общались. Вы видели ее на фотографии. Елена Светлова. Это не он, я в этом уверена. Анализ рисунка показал, что Харитонов очень болен. Ему нужно оказать медицинскую помощь и отправить домой. Ой, извините, пожалуйста. Ох, Левин, Левин. Лена Игоревна, как долго вы работаете в органах? Я 2 недели. Вот именно. А я больше 30 лет. Я этих убийц видел больше, чем вы книг в библиотеке. Поэтому я не выпущу главного подозреваемого, опираясь на эти идиотские рисунки. Мой метод позволяет заключить, да что... поймите вы, все улики против него. В его доме найдена фотография Светловой, которую он при нас пытался уничтожить. Он единственный известный нам заводчик гусениц, причем полный псих. Я бы на вашем месте не стала. Поэтому Харитонов останется в следственном изоляторе до полного завершения расследования. Левин, твоя задача выяснить у него, где находятся девушки. Понятно? Свободны оба. Георгий Петрович, он сейчас находится в замкнутом пространстве. Он беспокоится о своих гусеницах. Если его состояние войдет в острую фазу, вы ничего не сможете от него добиться. Извините, а? Товарищ полковник, у нас ЧП. Там Харитонов бьется головой о стену и орет, как резанный. Мы пытались его успокоить, но стало еще хуже. Ну вот. Скажи своим ребятам, пусть его не трогают. Вызывайте скорую. Георгий Петрович, давайте отпустим Харитонова под мою ответственность. Что толку от ответственности, если он сбежит или убьет кого-нибудь? Если он наш маньяк, то мы установим за ним слежку, и он нас выведет на то место, где он держит заложниц. Он же их должен кормить. Ну ладно. Надеюсь, ты понимаешь, что на кону твоя карьера. Ладно, отпустим его, как только он успокоится. У ерунды нет времени на тебя. Сомнусь. Я так думал. Прости, что наговорил. Ушатался лишнего. Поступил как козел. Иди зализывать с вами в другом месте. Девочки мои дорогие,
почему он свет не включил? Да там все окна забиты, может быть, и не видно. Пойду я проверю. Давай. Алло. 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 Юрий Иванович, это Харитонов. Я хочу предложить вам гусениц. В обмен на 50 тысяч рублей. Мне надо уехать из города. Пожалуйста, соглашайтесь. Я даже не знаю, но у меня нет условий. Вы не найдете другого поставщика яда. Соглашайтесь. Хорошо, хорошо. Давайте тогда встретимся завтра. В 10 утра у третьей проходной фармкомпании идет. А можно сегодня? Ну а куда я их сегодня дену, Олег? Мне ведь нужно купить все необходимое, нужно подготовиться, достать деньги. Хорошо. До встречи. Алло! Это капитан Соловьев. Срочно пришлите поисковую группу на Изумрудную 13. Объект наблюдения сбежал. Да. А, все, жду. Харитон... Васильков! Харитонов сбежал. Начинаем поиски по зданию близлежащим домам. Ориентировки по Москве разошли, как понял. Алло, это Харитонов. Мне очень нужно с вами поговорить. Хорошо. Продолжай, только не останавливайся. Подожди. Соловьев. Да подожди, твой Соловьев. Тихо. Алло. 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 Левин. Харитонов сбежал. Как сбежал? Через пробоины в стене. Я поисковый отряд вызвал. Они обнаружили в двух кварталах от выселенки какой-то полиэтиленовый кокон на дереве. Ничего не трогайте без меня. Ага, так точно, да. Еще одна бессонная ночь. Ну что тут у нас? Светлова? Скорее всего, да. Давай, пускай. Странно, как он ее сюда привез? Ни следов, ни протекторов нету. И вообще, как он ее один понял? Климо. Точно светло. Кто ее нашел? Сторож местный. У него собака лаять начала. Часа три назад. Он пошел проверить, вот. Черт. Что? Ладно, у меня. До этого мы никогда не находили ее на теле. Алло, Левин, ты с ума сошел? 4 утра. Синицына, вставай. Что случилось? Срочно приезжай в отделение. Харитонов сбежал, и мы нашли труп Светловой. Как? Фрейд, извини. Я дал тебе для наблюдения 5 человек. Как ты мог его упустить? Его сторожили всю ночь. Дежурила патрульная машина. Угу. И куда же он делся? Улетел. Испарился. Ушел через дырку в стене. Что? Мы не заметили ее при обыске за грудой хлама. Не заметили. Синицына, вы уговорили меня
выпустить серийного убийцу на свободу. А 2 часа назад Елену Светлову нашли убитой. Тихо! И ты, Левин, ответишь за это по всей строгости. Связь Харитонова с убийством балерины еще не доказана. Ну, конечно. Он тут вообще ни при чем. Возможно, Харитонова кто-то хочет подставить? Скорее всего, потому что на теле Светловой была обнаружена раздавленная гусеница. Такого еще никогда не было. Так это все очень логично. Зачем ему скрывать теперь орудие убийства? Игорь прав, для Харитонова это не характерно. Для него гусеницы ценнее всего на свете. Спасибо, Лена. Угу. Я смотрю, вы спелись. Ну ладно, она-то пипетка. Но ты-то, Левин, все твои доводы коту под хвост. Мой метод доказывает... Тихо! Благодаря твоему методу мы упустили серийного убийцу. Ты уволена. Что? Уволена. Петрович, Юлиан ни в чем не виновата. Она же принесла столько пользы следствию. Ой, Левин. На твоем месте я не стал бы сейчас защищать Синицыну. Она все это время собирала на тебя досье. Попросил написать мне на работу. Это называется «стучало». Меня взяли на работу с условием, что я напишу. Мне очень нужна была работа, я тогда вас не знала. Ты использовала нас как подопытных крыс. Даже я повелся. Я никого не использовал. Да мне плевать! Ты появилась, все рухнуло. Я поверил в твой метод. А теперь Светлова мертва. А преступник, который был у меня в руках, разгуливает неизвестно где. Вы же не думаете, что Харитонов – это маньяк? Сколько тебе надо еще смертей, чтобы ты поверила и успокоилась, что твой метод ни хрена не работает? Я не хочу. Ты выскочка, которая готова на все ради того, чтобы доказать своей мамочке, что ты чего-то стоишь. Ты думал, я не знал? Мне так плохо. Мне тоже. Коля, а? Организуй слежку за психиатром Харитонова. Наш псих выйдет на связь, потому что ему и в бегах нужны будут лекарства. А что у вас произошло? У Лены уволили? Да, туда и дорога. Сейчас, подожди. Да. Майор Левин, это... Это Другов, начальник лаборатории Алтая Фарм. У меня есть весьма интересная информация для вас. Со мной недавно на связь... Вышел Харитонов. Что? Когда? 4 часа тому назад. Я вам помогу его найти. Но взамен пообещайте мне, что против лаборатории не будет возбуждено уголовное дело о незаконном обороте ядов. Моя работа очень важна. Это ничего не будет с вашей лабораторией. Что он хотел? Он мне назначил встречу. Завтра в 10 утра у 3-й проходной фармкомпании. Он мне хочет продать гусениц. Мне нужны эти чертовы гусеницы. Понимаете, это бесценный экземпляр. Ждите моего звонка, я организую группу захвата. Thank you.
Готова? Первый, второй, осмотрите периметр. Харитонов будет наблюдать за другом, прежде чем подойти. Как приняли? Да, есть. Понял тебя. Не знаю, где он, честное слово. Он должен был быть здесь в 10. Раньше он никогда не опаздывал. Он не придет. Что насчет расследования против лаборатории? Он не пришел. Сделки не будет. Пошлите ориентировки по всем вокзалам и аэропортам. Погранцам ДПС отправить? Отправь. Я, конечно, сомневаюсь, что он поедет автостопом. Для этого как минимум нужно общаться. А денег на такси у него нет. Если ты помнишь, он собирался продать своих гусениц. Ну, а что тогда за ложницы? Он что, просто их бросит? Скорее всего, он от них избавится или оставит умирать. Да, и выясните все про его родственников. Двоюродных, четвероюродных, десятиюродных, неважно. Скорее всего, он поедет в Саратов. Работаем. А почему из Саратова? Да он из Саратова. А, ну да. Кто? Алло, архив. Откопайте мне данные на Николаеву Светлану Васильевну, 56-го года. Ульян, привет. Это Соловьев. Я тебе сегодня звонил пару раз на мобильный, и ты трубку не взяла. Я понимаю, тебе сейчас, конечно, тяжело говорить. Ну, я, в общем, что хотел сказать. Ты на Левина не обижайся, пожалуйста. Ну, его тоже можно понять. Его он сегодня Петрович чуть не закопал живьем. Харитонова пока что не нашли. В общем, звони, как сможешь, держись. Пока. Мы нашли школу, в которой учился Харитонов. Классный руководитель, его умер лет 10 назад. Откопали двух одноклассников. Один из них вспомнил, что мать и отец Харитонова умерли рано, и он жил у тетки. Больше пока ничего. Хоть что-то нарыли. Что у тебя, Соловьев? Что, совсем сдурел? Жениться больше нечем. Я просто проверил все. Закопался, извини.
Еще раз увижу, полетишь вслед за Синичкиной, понял? Понял. Васильков, да. Откопай мне эту тетку. За вашими научными достижениями искренне восхищаюсь вами. Встретимся. Фрейд! Фрейд Олег Хилькевич! ОХ! Ты понимаешь? Фрейд! Если ты за завтраком, принеси мне нормальный кофе. Я не за завтраком, я к Ульяне. Я тебе еще раз говорил русским языком. Она фото со шрамами на запястье в соцсети выложила. Пост странный пишет. Ничего-то не так. Я хочу проверить, что нормально у меня все. Покажи. Раз. Что-нибудь будете, девушка? Воду. Без газа можно? Алло. Паш, срочно запеленгуй Синицыну. Мне нужно знать, где она. Это как раз тот самый редкий случай, когда мне нужен психолог. Да. Окей, что? Я с тобой еду. Ты останешься здесь и будешь следить за активностью в сети. А также продолжай искать Хритонова. Васильков! Ау. Да. Просмотри все видеозаписи с камер наблюдения в радиусе 3 километра вокруг ее дома. Мне нужно знать, приходил ли он туда. Хорошо. Работаем! Да. Эту девушку видели? Да, она ушла минут 20 назад. Черт. Фрейд! Фрейд, ты чего меня не встречаешь?
я дома. Полиция, откройте, пожалуйста. Синичкина, открой! Синичкина, открой! Синичкина! Ульяна! Ульяна! Ты меня слышишь? Ульяна! Игорь Андреевич, срочно пришлите скорую на Мичуринский, 17. Привет. Привет. Честно говоря, не думала, что ты зайдешь. Ну, конечно, тебя же невозможно одну оставить. Ты постоянно в какие-то приключения попадаешь. Спасибо тебе. За что? За то, что меня спас. Как ты вообще-то у меня оказался? Это спасибо Соловьеву скажи. Он очень за тебя переживал и все время мониторил твою страничку. А потом показал мне твои печальные посты, и я понял, что ты затеваешь какую-то чушь. Это хорошо, что ты догадался. Потому что как-то глупо все вышло. Я не поймала преступника и сама чуть... Харитонова взяли. Как? На вокзале с сумкой гусениц. Таксист увидел его в новостях и нам сообщил. Но я уверена, что убийца не Харитонов. Ну, не дури. В твоей квартире нашли его кровь, а у него была порезана рука. Этого не может быть. В данном случае с тобой не согласились бы наши криминалисты. Игорь, я видела лицо преступника, я сняла с него маску. Это не Харитонов. Синицына, ты передышала эфиром, и тебе могло привидеться все, что угодно. Я его видела до того, как меня усыпили. Это не Харитонов. Оха, это совершенно другой человек. Ты занимаешься опять доказательством своего метода. Да при чем здесь метод, если это не Харитонов, это маньяк на свободе. Да хватит уже! Если ты облажалась, так найди мужество признать это. Ладно. Выздоравливай, поправляйся, приходи в себя, собирайся. Не знаю, что там говорят, когда болеешь. Все равно не Харитонов.
внимание всех, кто решил поступать в магистратуру. Имейте в виду, что по моему предмету должно быть 5, и я не шучу. На сегодня все. Экзамен 25-го. Готовьтесь. Так, а ты куда сейчас? Я с тобой. Я с тобой. Я с вами. До свидания. Я потом в кино пойду. До свидания. До свидания. До свидания. До завтра. Что у нас следующее? До свидания. Надо же, кого к нам занесло. Мам, здравствуй. Мама, я думала, ты забыла, что у тебя есть мать. На телефонные звонки не отвечаешь. Отец молчит, как партизан. Пропала на 2 недели, а сейчас решилась не зайти? Не хотела тебя беспокоить. Как только сегодня сказала, я ушла из полиции. Да, все-таки они сочли твой метод ненадежным. Надеюсь, обошлось без жертв? Мой метод работает. Меня чуть не убили. Господи, дочка, доченька, иди сюда. Мама. Все, 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 все. Все, теперь ты со мной. Все будет хорошо, слышишь? Я тебя никуда не отпущу. Мам, я не рассчитала. Я просто хотела. Все, все. Успокойся. Мне было больно все это время из-за невозможности общаться. Ошибки, простить друг друга. Здравствуйте, Ульяна Игоревна. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы вернулись. Спасибо. До свидания. До свидания. Ульяна! Ульян! Привет! Подожди Привет. Меня там. Мне Кира все рассказала. Что рассказала? Я очень волновался. Мама, значит, не умеет хранить секреты? Нет, я просто никогда не думал, что ты решишься уйти с факультета. И ты молодец. Да я по полной облажалась, как сказал... Один человек. Меня вытурили из органов. Это был бесценный опыт. Зато ты осталась жива. Я совершила ошибку. Да нет, ты... Ты повзрослела. Да? Нет, точнее, ты изменилась. К лучшему. Я просто поняла, что каждое мгновение жизни дорого. А как твои дела? Да ничего. Работаем. Может, пообедаем? Помогите.
Thank you.